48 школьных автобусов, 5 автомобилей скорой медицинской помощи, 2 подвижных маммографических кабинета. Все как один блестят от новизны. Здесь и ПАЗы, и ГАЗы, и даже УАЗ. Все они пополнят автопарки медицинских и учебных учреждений республики. Помогут сделать их работу еще эффективнее. Среди огромного количества машин в глаза бросаются самые большие 2 КАМАЗа. В них все самое необходимое для массового рентгенологического обследования. Это очень хорошая машина. Она позволяет пройти обследование за пределами лечебных учреждений и в отдаленных селах, что позволит в ранних стадиях выявлять заболевания, онкологические заболевания молочных желез. Вот, и, соответственно, позволять на ранних стадиях выявлять. Ну и, соответственно, продлевать жизнь нашим жителям. А это школьные автобусы. Среди привычных ПАЗов на этот раз и необычная новинка. 14-местный УАЗ прибыл из Ульяновской области, после церемонии отправится в Чамсинский район, в Апраксинскую среднюю школу. Водитель уже успел оценить автомобиль по достоинствам. Здесь, во-первых, и печки все стоит, аккуратно сделаны, с рулевым приводом гидравлическим, чем тот. И силы здесь больше, ну, наверное. То есть намного лучше, чем... Ну да. Здесь оборудовано с камерой. Вот стоит моя камера. Из салона я всех вижу там. Прямо сижу, гляжу, не надо, не оглядываться никуда. Ну как ощущение? Нормальный, легко, свободно, тепло, самое главное. Руководителям школ и больниц ключи от автомобилей вручил глава республики Владимир Волков. Он отметил, такой подарок стал доброй традицией. За 3 года по распоряжению президента России Владимира Путина в Мордовию поступило 97 школьных автобусов и 50 медицинских автомобилей. Такая положительная тенденция будет продолжаться. По программе и по национальным проектам образования мы будем в течение нескольких лет и получать новые автобусы, менять автобусы. Это все, конечно, делается для того, чтобы наш молодой человек получил одинаковое образование. И если он живет одинаково качественное образование в деревне, в городе, если он имеет достаток разный, все равно он должен иметь равный доступ к образованию. Это наша цель, и в дальнейшем мы будем все делать для того, чтобы это было. В этом году транспорт уедет во все районы республики. Счастливые обладатели новых автомобилей, в свою очередь, поблагодарили президента России и руководителя региона за внимание и помощь. Позвольте выразить слова искренней благодарности президенту России Владимиру Владимировичу Путину, главе нашей республики Владимиру Дмитриевичу Волкову, правительству республики Мордовия за сегодняшний праздник. Сегодня мы получаем автомобили скорой медицинской помощи, оснащенные, как уже сказал Владимир Дмитриевич, на самом современном уровне, оснащенные инструментарием, диагностическим и медицинским оборудованием, способным оказывать реанимационную помощь на уровне европейских стандартов. Владимир Волков лично осмотрел транспортные средства, особое внимание уделил машинам скорой помощи, убедился, с оборудованием в них все в порядке. Помощь обещает быть действительно скорой. Юлия Мамаева, Александр Гурьянов, «Народные новости».